В Национальном центре медицины открыли семинар-конференцию по вопросам профилактики, диагностики и лечения врожденной и наследственной патологии. Такие заболевания, несмотря на их редкость, могут возникнуть в любой семье, как вследствие того, что один или оба родителя уже являются носителями измененных генов, так и у совершенно здоровых людей вследствие случайной мутации, говорят врачи. Семейная пара, когда она планирует беременность, и у нас это пропагандируется, думаю, у вас тоже, должна обязательно обратиться в медико-генетическую консультацию, если это планируется беременность. Именно врач-генетик может составить родословную и выяснить, есть ли какие-то заболевания в семье, есть ли какая-то настороженность, и может назначить дополнительное обследование еще до начала беременности.